Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 51, задание внизу страницы. Используя рисунок, скажи, чей путь до школы короче и на сколько метров. Так, давайте посмотрим. Путь девочки от школы до дома равен 70 метрам. Путь мальчика до школы равен 50 метрам и еще 40. Узнаем, сколько это. К 50 прибавим 40, получится 90. Значит, путь мальчика до школы равен 90 метров. Чтобы узнать, на сколько метров первое одно число больше, чем другое, мы из большего числа, из большей длины, из 90 вычтем меньшую длину 70. 90 минус 70 равно 20. Значит, путь мальчика на 20 метров длиннее, а путь девочки на 20 метров короче. Записываем ответ и пишем. Путь девочки короче пути мальчика на 20 метров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.